Всем привет, чуваки. Сейчас я все в скайп потише делаю. Вы не представляете, что происходит. Мне линканули квест тестовый, который на острове дизайнеров происходит. Короче, мне кастанулась заставка. Я лечу на каком-то сраном драконе на официальном сервере. Тут летает вот эта, короче, хуйня, какие-то танки, блядь. Я не знаю, мне бояться или снимать вот это, потому что у меня бандикам не спустился, я снимаю это все на фрапс, но вы, блядь, видите, что здесь происходит, нахуй. Я просто, вот этот квест, ребят, сейчас я вам покажу. А, блядь, где он есть? Подождите. Он зеленый, ты говоришь, да, ты? Да. Где он, блядь? В мир нажми. Как? Что? Мир нажал? Остров дизайнеров. Показать все. Остров Бонус. Дизайнеров, блядь. Заебись. Остров, сука, нахуй дизайнеров. Линканул Трою какой-то американец на кросс-сервере. Ну, тут происходит эта хуйня. Я просто в шоке. Я сейчас, знаете, что хочу? Что отменить его, чтобы Трой мне еще раз его линканул. Я сейчас нажимаю на скиллы всякие, вот нажму прыжок. И ничего, он не происходит. Я даже Релок, здесь блядь, этой хуйни не могу, слышь. Чуваки. Я даже не могу с ёбаной этой хуйни слезть. Это просто класс. Это, знаете, это на YouTube. Все, короче. Это я первый, кто вот эту хуйню записывает. Я в шоке. Я, блядь, на острове дизайнера лечу, нахуй. На официальном сервере, кто не верит, вот это Дейнор. Я играю на РР. Ну, можете в батлнете просто правящие вести и найдете. Ты что, острый дизайн? А вон видно Страж Смерти. Ты ну, чё, около моего Страж ника? Страж Смерти, ты, я твой ник, может, закрой, хер его знает. Тебя найдут и будут автоматы. Да просто убери. Я не могу слезть с этого говна. Чё, блядь, по кругу? Не так... Слушай, управлять этим говном. Релогнуться попробуй. Релогнуться? Либо вообще клиент закрыть, а потом зайти. Чувак, как они... Мне релок то... О! Релок работает на маунте. Мне релок только помог, блядь, от этой херни. Так, отлично. Сейчас мы, короче... Причал вечный заик подвергся нападению. Сейчас я, короче, от этого... Ты попробуй в другом месте квест принять. Вдруг там что-нибудь... Я боюсь, что у меня... Я появился неизвестно где. А, нет, я появился там где-то. Если, короче, сейчас я... Короче, ты в прыщу? Я, конечно. Так. Где он есть этот квест? Сейчас его отменю. Шесть. Вот этот отменить квест, да. А его можно везде выполнить? Я не знаю. У меня, кстати, три камня возвращения, видали. Я могу тебе его линкануть, хочешь? Я сейчас возвращаюсь, короче, в Штормград. Я хочу посмотреть просто, как пойдут атаковать Штормград вот эти сраные... А там хер знает, я вот... Почему-то, мне кажется, в Штормграде не сработает, потому что это дейнорская техника поехала. Сейчас, и поэтому, мне кажется, что... А вдруг, ну, попробуй. Тщательно на остров дизайнеров херанет. Кстати, у меня залагало все конкретно, я думаю, это из-за фрапса на самом деле, но хер его знает. Плюс демонстрация. Да, плюс демонстрация, фрапс, сейчас какой-нибудь город, в Штормград схожу. Я думаю, Штормград не сработает, потому что там фазирование, знаешь, ну, как бы, Штормград это внутри сервера, как будто находишься. Ну, подожди, сейчас я искану, конечно, но... Мне до западного края или прям в Штормграде в самом ебануть? В западном краю попробую. То есть не здесь, да? Да. Почему, собственно, мы были западный край? Потому что это самая первая локация, которую создали Warcraft. Она еще с Альфы. И поэтому, как вариант, можно там сработать. Недаром тебя телепортируют, когда ты умираешь в зоне неизвестной, тебя телепортируют именно в западный край. Сейчас я попробую сделать эту херню. Кстати, остров дизайнеров, кстати, текстурка западного края. Там, где падает вот вся херня. Вон, потому что Лич что-то рассказывал про западный край, типа то, что западный край отображается, когда квест на 250 белок выполняешь, типа открывается карта западного края. Так, ладно, я в западном краю, пробую еще раз этот квест налинкануть. На. Угу. Так, сейчас ничего не произошло. У меня... А, нет, все, пошла заставка. Короче, чуваки, надо на вовхеде... Во, машины поехали. Надо пробить инфу на вовхеде, где выполняется этот квест. Машины поехали, смотри. Ну, вроде как. Вроде... Я почему-то подумал, что западный край... Я не знаю, где выполняется, но а вдруг это выполняется в какой-то определенной Может, зоне. Может, это и есть дуды, понимаешь? То есть, надо... если это выполняется в определенной зоне, тогда мы можем попасть в настоящий остров. Вот этот.
Ты в шторме попробуешь. Не-не-не, в шторме у меня лагать будет. Ну вы ничего нового не увидите. Мне кажется, это надо какую-то точку найти, потому что, видишь, у меня скиллы у дракона эти не работают сами. Прыжок. Тихо-тихо-тихо-тихо, ты чё? Ты чё это сделал? Блядь, ты чуть не обосрался нахуй. Зависло нахуй. Чё, у вас демонстрация зависла? Нет. Тебя. Сейчас еще раз попробую, подожди, мне неудача пишет, типа я ебаный неудачник или что? Не отслеживаю. Отойди в какое-нибудь другое место, я не знаю. А как опять сесть? В шторме попробуй, отмени, я тебя приму. Ой, кину. Да подожди, ничего не будет, надо найти точное место. Ты пробей сейчас на вовхеде. Потом мне тоже линка нет, квест. Пробей на вовхеде, где выполняется этот квест. В шторме, что ли? Так, мы продолжаем, сейчас мне еще раз квест линканут. В общем, мы пробили небольшую инфу про то. Оказывается, этот квест был еще на 6.01 обновление. То есть нам довольно-таки старый квест, значит, не скоро удалят. Ну, надеюсь, что вообще не удалят. Наверное, с выходом Дейнора что-то добавили, а может еще раньше. В общем, какая фигня. Сейчас я покажу самое интересное, где он. То, что это про остров дизайнеров и написано по-русски, выполняется где-то. Трой, где ты говорил, что это на острове дизайнеров? В смысле? Прям по-русски говорит, тебе написано, что на острове дизайнеров. Так там и написано же. Вон. Где? Мир. Ну, мир зайди, и там написано же, где этот квест. Назад. Назад, ну. Вон, да, видишь, остров. Да, вот, остров дизайнера. То есть показывает западный край. Вот написано, видите, остров дизайнера. Охерительно. В общем, также на вовхеде пробили, как я с помощью, ну вообще, как я слез с маунта, достаточно в таргет любую пушку из этих взять, и нажимаешь шестерку, слезаешь с маунта. Почему скиллы не работают, вот эти, я кликаю, удаляю. Мне кажется, админы просекли такую херню по поводу квеста, что его выполнить нельзя, ну, они убрали скиллы из-за этого дракона, но оставили, чтобы слезть, потому что если вдруг кому-то этот квест попадется, чтобы он вот так не кружил, админу мозг не ебал, типа, что я забагался, чтобы он вот так вот взял, нажал на шестерку и слез с маунта. То есть произойдет догрузка, и он появится возле цели, ну, короче, где кастовал вот эту всю херню. Походу, вот эта вот вся шляпа, просто админу им положить на этот квест, а не один унюзает вот этот квест, удалили только сегодня. Или вчера, либо сегодня, ну, потому что я пару дней назад его видел, он у меня был в списке. Значит, они сегодня удалили. Вот квест унюзает, очень жалко, что удалили, потому что мне нравится он. Жалко, кстати, что вот эту фазу вот с этим квестом нельзя самому как-то вызвать. Может быть и можно, я не знаю, как, но... чтобы только если линканут тебе, у тебя этот квест. Скорее всего, линкование, оно считается скриптом после выполнения какого-то определенной цепочки квестов. То есть, как бы, знаете, когда ты делаешь цепочку квестов, тебе дают новый, и автоматически скрипт зарабатывает там. Не знаю, например, ну, заставка, скрипт, я не знаю, что пример сейчас привести, но много таких квестов. Я думаю, что линк, вот этот тебе задание, он считает, что это типа скрипт вот этот. Самому вот такую хрень не вызвать, только если кто-то тебе линканет. Вот, блин, обидно. Будем друг другу строим линковать, пока не настоит. Так вот, короче, заливаю на YouTube надежду, что я единственный, кто эту херню записал. Всем спасибо, кто смотрел, нашли как-то спонтанно. Тупо я хотел вообще из Варкрафта уже выйти, типа спать пойти, а тут нихера себе квест такой. Ладно, всем пока.